школі гуманітарної праці знайшли спосіб, як підштовхнути дітей до серйозних роздумів про життя. І у цьому школярам допомагає творчість відомого байкаря Івана Крилова. Феномен его творений в том, что они вобрали в себя лучшие мировые традиции понимания добра и зла, хорошего и прекрасного, дурного и низкого во всех отраслях жизни. В принципе, это определенный учебник нравственности для всех детей. После оголошения конкурсу на кращу экранизацию байки Крилова в школе началась справжня байкоманія. Героев Ивана Андрійовича можно было побачити и на перервах между уроками, и на подвір'ї, и просто в классах. Мы из басни «Лиса и ворона». Ворона, она жадина. А лиса хитрюга, которая хочет украсть у него сыр. Я буду играть кота из басни «Повар и кот». Я буду героем из басни Крилова обезьяной. А я герой из басни «Квартет». 5 А класу для экранизации дісталася байка «Лебедь, щука и рак». Вчителям та учням довелося пофантазувати, як розширити сценарій. Адже у байці всього 3 персонажі, а в постановці треба задіяти учнів всього класу. У нас виходить така задумка на поляні, на сказочній поляні, де творить Иван Андреевич Крылов, появляются все герои его басен, то есть все звери, в том числе и кот. Однажды лебедь, рак и щука. Валентину Черникову дісталася роль самого Крилова. Хлопець зізнається, що дуже зрадів, коли дізнався, що буде грати відомого байкаря. У меня роль Ивана Андреевича Крылова, который написал очень много интересных басен. Они интересны тем, что они сказочные, и детям очень интересно читать сказочные, потому что они погружаются из мира учебы в что-то хорошее. До съемок фильма 5 А готовился ретельно. Сценичный грим, костюмы, подготовка реквизитов, да главное – это задоволение, яке від творчого процесу отримали усі без винятку. Детям очень нравится, они получают от этого удовольствие. Вот как бы вкладывают в свою роль частичку себя, частичку своей души. Все очень активные, все хотят участвовать все больше и больше. То есть как бы басня у нас небольшого размера, да? Хотелось бы что-то уже более такое большое произведение. Но как бы начинаем с этого, с малого, потом будет дальше что-то более глобальное. Кожен класс школы гуманитарной праці має підготувати свои короткометражные фильмы «За байками Крилова». Что с этого выйдет, знаємося 18 жовтня. Ірина Мізінцева, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».